Ураган закончился, а ремонта нет. В поселке Чернобай Черкасской области четвертый месяц не могут восстановить здание после стихии. Буря прошла еще 1 июля, а дыры в кровле местной больницы зияют до сих пор. Хотя чиновники о ликвидации последствий отчитались еще в августе. Почему приврали, выяснял Станислав Кухарчук. Эти кадры похожи больше на эпизод из фильма «Катастрофы». Но для жителей трех районов Черкасской области стихия и ее последствия стали реальностью. Вот так 2 июля выглядел поселок городского типа Чернобай. Больше всего пострадала районная больница. Со здания сорвало всю кровлю, выбиты окна. Спустя 4 месяца клиника как новенькая, уверяет замглавврача. Капитальный ремонт. Убытки от урагана только в больнице составили почти 5 миллионов гривен. Сначала ремонт сделали в операционном блоке, реанимации, родильном отделении и якобы полностью восстановили крышу. Но вот эти потеки на потолке и стенах в отделении гинекологии совершенно свежие. Объяснить, откуда они, замглавврача категорически отказался. Остаточно все работы сделаны. Остаточно сделаны работы за месяц. За месяц? За месяц. Сначала буревия. А на минулую пятницу? Не знаю, как это работает. Персонал больницы тоже пытается отмолчаться. На акушерское гинекологическое отделение уже минулую пятницу уже полностью все было укрыто. Минулую пятницу. То, что до пятницы не было? Ну, над пологовым отделением было вкрыто зараз, там, мабуть, и не за месяц, а раньше. А над гинекологичным то трошечки были затримки. Это видео сделали пациенты больницы. Так выглядит запасной выход из отделения. Стены и потолок в свежих потеках. Кое-где начинает проступать грибок. Главврач, хоть и была в командировке за 200 километров от Чернобая, узнав о визите съемочной группы подробностей, примчалась в течение часа. Показывать отделение гинекологии тоже отказалась. Приезжав директор управления охраны здоровья, все побачили, что оно накрыто, и дозвіл дали на открытие. Но у нас правда все в порядке. Оце аварийный выход. Пациенты сняли на видео и палаты гинекологического отделения. Картина не лучше, чем на аварийном выходе. Глава райадминистрации объясняет, почему так долго не делали ремонт. Денег катастрофически не хватает. Некоторые админздания в райцентре до сих пор стоят без крыш. Убытки района от стихии оценили в 200 миллионов гривен. Багато робіт нам доводилося робити в борг. Тільки два тижні назад Кабінетом міністрів було прийнято постанову про виділення коштів. На сьогоднішній день, на жаль, коштів ще з державного бюджету на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації ми не отримали. Окончательно закончить всі восстановительні роботи зможуть, коли прийде допомога із Кабміна. По даним чиновників, гроші в районний бюджет, а це 3 мільйони 200 тисяч гривень, повинні поступити в ближайші дні. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко, подробности телеканал Интер, Черкасская область.